С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе началась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Далее строго по повестке. Что сделано за 4,5 года? С докладом выступил Игорь Станкевич. Самарским единороссам удалось повысить рейтинг доверия и получить хороший результат на выборах. Реализуется партийный проект, один из которых «Парад памяти 7 ноября» уже стал известным самарским брендом. И самое главное – избрание секретаря регионального отделения и нового состава политсовета. Из двух кандидатур 161 голос против 20 на эту должность избрана первый заместитель председателя Самарской губернской думы, а в прошлом созыве депутат Государственной думы Екатерина Кузьмичева. Я прекрасно понимаю, что это огромный кредит доверия. Тот кредит, который следует мне вместе с моими коллегами в региональном политическом совете, вместе с президиумом регионального политсовета оправдать. Еще одно тайное голосование за состав регионального политсовета. Его численность уменьшена с 90 до 65 человек. И контрольную комиссию, в нее вошли 9 партийцев. Губернатор Николай Меркушкин поздравил новоизбранного секретаря, выразив уверенность, что партия не только сохранит работоспособность, будут новые идеи и новые проекты. Ветерана есть опыт. Люди, многие, которые ее знают, знают как прекрасного человека. Она работала от имени центрального от Генсовета, курировала и другие регионы. Это тоже большой плюс, где она может этот опыт использовать и в работе у нас. И в завершении конференции были избраны делегаты съезда, который пройдет в Москве 21-22 января. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События.